Только сюда не надо. Здесь мы готовим настоящий узбекский плов на улице. Температура, конечно, где-то минус 15. Но мы не боимся, Стас, что скажешь? Да, мы не боимся. Настоящий плов готовит настоящий узбек Сайфула. Когда есть... Что говорит Сайфула? Когда есть надежда, то есть плов, не надо бояться от холода. Через чуть-чуть уже все будет готово. Все. Здорово, спасибо. Размораживаемся и будем кушать. Еще раз сейчас посмотрим, как он мешает плов, как он готовит. Конечно. По-узбекски мы говорим джуда шурум. Или как по-узбекски? Мазали. 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 Что скажет Рома? Мазали, слушай, мазали, хорошая штука, мазали. И что скажет Лена? Сейчас есть будем. Вы голодные, братья и сестры? Да. Да, очень. Вообще мазали. Мазали. Огонь.